Знаете ли вы, что обычная вода с лимоном – это кладезь полезных и целительных свойств? Во-первых, вода с лимоном очень благоприятно влияет на пищеварительную систему, печень и кишечник. Лимонный сок может спасти вас от изжоги и газообразования, тем самым позволяя вашему желудку чувствовать себя отлично. А вот для печени важную роль играет и вода, и лимонный сок. Данное сочетание продуктов поможет очистить ваш организм от шлаков и токсинов, очищая печень. Для большей результативности пейте стакан воды с лимоном натощак и приступайте к приему пищи не раньше, чем через 20-30 минут. Сам по себе лимон таит в себе множество витаминов и минералов, которые так важны для работы сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта, для укрепления костной ткани и в целом для вашего организма. Для правильной работы нашего мозга очень важен калий, который также вы можете получить, употребляя в пищу лимон. Теплая лимонная вода является отличной профилактикой для сердечных заболеваний. Она отлично справляется с очищением сосудов, тем самым снижая риск заболеваний. Также этот напиток рекомендован для поддержания давления в норме. Те, у кого есть проблемы с сахаром в крови, обязательно должны внести в свой рацион лимонную воду, ведь она поможет урегулировать данный вопрос. В период сезонных заболеваний ваша иммунная система нуждается в поддержке и профилактике. С этой задачей отлично справится этот простой напиток. Витамин С и остальные полезные вещества, которые есть в составе лимона, невероятно быстро и легко окажут полезное воздействие на ваш организм.